Ровно год назад в престольный храмовый праздник произошло знаменательное для города событие. Осветили Дом Милосердия, расположенный на территории нового храмового комплекса, который находится напротив Южного рынка. 1 августа по уже сложившейся традиции в старом помещении храма и по церковным правилам отслужили водосвятный молебен. Прошла божественная литургия, а после прихожане прошли крестным ходом к новому храму. Здесь также отслужили праздничный молебен. Гостей, прихожан встретили в приходской трапезной. Торжества завершились чтением акафиста преподобному Серафиму Саровскому.